Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Проклятие плачущей. Страшные истории для рассказа в темноте. Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город. После. Случайная встреча перевернула их привычный мир. Она – прилежная студентка и образцовая дочь, а он – притягательный бунтарь с непростым прошлым. Живя в параллельных вселенных, они бы вряд ли даже взглянули друг на друга. Однако этому знакомству суждено разделить жизнь влюбленных на «до» и «после». Полароид. Дом на продажу. После смерти мужа Наоми с сыном-подростком Логаном остаются без средств к существованию, и сестра женщины предлагает им пожить в своем огромном особняке посреди леса. Дом выставлен на продажу, поэтому новые жильцы должны периодически оставлять ключи и дом риэлторам на целый день. Скорбя о потере, мать с сыном стараются не обращать внимания на некоторые странности жилища, что вскоре может выйти им боком. Винчестер – дом, который построили призраки. Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет в грандиозном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается, и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров. Реинкарнация. После смерти матери Энни Грэхэм в ее ранее спокойном доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизни ее близких. С каждым днем открываются новые ужасающие секреты их семьи.
Предение. Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!